Ваша честь, я все рассказал, как было. То есть мне нечего добавить, все честно, как от слова до слова. Где подсудимый дает признательные показания о месте времени вступления в сговор с другим лицом? Ваша честь, но я вот сейчас времени много прошло. Точную дату я не могу уточнить, но это было однозначно в администрации города, в кафе. Как заходишь или в правом, или в левом крыле. Как и место совокупности из требуемых доказательств, Чуваков, признавая вину в полном объеме, не сообщил исчерпывающие сведения об обстоятельствах и месте вступления в сговор с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено отдельное производство. Таким образом, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Чувакова не выполнены, имеется основание для прекращения особого порядка судебного разбирательства и назначения судебного заседания для разбирательства в общем порядке. На основании изложенного руководства статьями 227 и 231 317 прим. 7 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил назначить 9 июля 2015 года в 11 часов открытое судебное заседание в общем порядке по уголовному делу по обвинению Чувакова Сергея Аркадьевича в совершении преступления. Сергей Аркадьевич, вы что-то жалеете о своем сотрудничестве со следствием? Как вы его оцениваете на данный момент? Потому что судья де-факто поставил на нем крест. Разрешите? Давайте пойдемте. Вы как оцениваете сделку со следствием, на которой судья поставил крест? Да, у нас заместитель генерального прокурора, господин Пономарев, дал, грубо говоря, добро, подтвердил, что соглашение прошло эффективно и в полном объеме. Решение суда нам непонятно.